Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Как всегда, продолжаю делиться с вами информацией, мой видео носит только информационный характер. В сегодняшнем видео я хочу показать, как создавать кошелек Призм. Перейдя в описание по ссылочке, вы попадете на такую страничку. Нажимаете «Регистрация». И у вас здесь 16 символов, 16 слов. Вы делаете через пробел, добавляете еще два слова. Ставите пробел. Ну, сейчас поставлю английский. Секундочку. Поставила заранее. Добавляем два слова. Это тестовый кошелек специально для видео. Ну, например, пишем тест, опять пробел. Ну, напишем призм. Вот так. Далее, что мы делаем, друзья? Копируем вот эти все слова. Или переписываем каждое слово, или можно скопировать, потом перенести. Значит, давайте я его сейчас перенесу сюда, вставлю вот эти слова. Это, друзья, будет наш пароль для входа в этот кошелек. Никому эти слова не показывать. Нужно их переписать, сохранить и запомнить. Так как, чтобы был доступ нам в кошелек. Переходим сюда. Нажимаем сюда. Далее. И попадаем. Нет, не попадаем. Вот нажимаем теперь Sign In. И что мы делаем? Вставляем вот эти слова. Вот тест, призм, все мои слова. Далее уже Sign In. И мы попали в призм кошелек. Вот это наш адрес, который мы будем пополнять на этот кошелек. Вот он. Далее опускаемся. Опять же, наш адрес. Далее, это публичный ключ, его можно показывать. Но вот это нам не обязательно. Опять же, это все, чтобы было сохранено. И и адрес. Вот, в принципе, и все. И у вас будет кошелек. И когда в следующем видео я покажу, расскажу, как абсолютно без вложений на баунти программе зарабатывать криптомонетку Призм. И у вас будет также майниться вот монетка, как и у меня. У меня создан мой кошелек уже. Вот это мой. Вот мои монетки мои. Вот видите, у меня монетки майнятся. Вот. Также и будет у вас майниться. У меня уже прилично создан. Я просто не писала видео по этому, по этой криптомонете. На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.